Всем привет, вы на канале Вкусные Истории. Сегодня я приготовлю свежий салат с мидиями. Мидии можно заменить на любую консервированную рыбу или на малосольную красную рыбу семгу. У нас получится очень яркий, сочный, свежий салат с огромным набором разных вкусов. И в некотором смысле даже полезный. Для начала я нарежу всю зелень. У меня зеленый лук, немного укропа и руккола. Лук и укроп я нарезаю мелко, рукколу немного крупнее. Чем больше разной зелени, тем лучше. Вы можете класть абсолютно любую зелень, которую вы любите. Дальше я нарежу китайскую редьку небольшими ломтиками. У меня крупная, поэтому я возьму где-то треть. Естественно, ее надо почистить от кожуры сначала. Китайская редька очень вкусная. Она хрустящая, красивая, сочная и сладкая. И на рынках встречается очень редко. Половину болгарского перца я нарежу тонкой соломкой. Одну среднюю помидору я нарежу кубиками. Вы нарезаете так, как вы любите. Следом нарезаем мидии, я их нарежу на 3-4 части, каждую мидию, для того, чтобы перебить жесткую часть. За мидиями идут зерна граната, добавляем соль, солить надо по вкусу, я добавляю примерно 1/3 чайной ложки. И заправляем майонезом, опять же по вкусу. Я добавлю примерно где-то 2 столовые ложки майонеза, вы можете добавить сметану или оливковое масло. И теперь хорошо все перемешиваем. Вы только посмотрите, какой красивый, яркий салат у нас получился. Я его уже попробовал, и первые впечатления — это рыбный, очень вкусный, сочный, хрустящий, сладкий, с небольшой кислинкой, свежий благодаря зелени, болгарскому перцу и помидорам, хрустящий, очень вкусный рыбный салатик. Я вам советую обязательно приготовить такой салат. Ставьте лайки под видео, не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые классные рецепты. Обязательно пишите комментарии под видео, задавайте вопросы, делитесь в своих соцсетях нашими видео. Всем приятного аппетита, пока-пока!